Все. Лужта. Да, лужта. Салам алейкум, дорогие друзья. Это видео про лужту. Вон гора Чатырда виднеется. Сейчас пойдем покажем вам нашу мечеть в Алуште. Алуште днями все. Вот такая красота, дорогие друзья. Ой, укоры джами. Сокоги. Сейчас берем. Идемте. Так. Вот это такая мечеть. Кто-то так, сейчас мы вам покажем это видео. Кто-то мы едим с братьями. Вот. Кто-то женский туалет Абдестхана. Тут старый Абдестхана. Гляньте, красивый какой. Тут тоже хана. Вот там вот. Вот. Джами какая красивая, машалла. Так, сейчас. Так, вот тут Абдестхана, смотрите. Вот Абдестхана есть у нас. Тут туалет, и вот тут душ даже есть, сейчас покажу. Вот даже душ есть. Вот. Тут туалеты. Салам алейкум. Это я. Снимаю видео. Так. Тут ашхана. Ашхана. Тут готовится еда. Поставили чайник. Не знаю, приготовился, да? Все заданно. Вот тут так у нас уютненько, виноград растет, все. А вон Чатырда. 1527 метров высота этой горы. Вторая по высоте после Раманкуш. Так. Сейчас покажем вам. Так, покажем вам, друзья, видео. Ой. Снимает же, снимает. Вон дома. При входе в мечеть, сейчас покажу. Вот это дома надо читать. Гляньте потом. Так, сейчас. А, брат, я видео снимаю сейчас. Потом это, там что-то чайник поставил. Вон, гляньте, какая красота. Да, родителям покажу. Гляньте, какая люстра. Обалденно. Тут минбар, вон, гляньте, какой. Бисмиллахи рахмана рахим написано. Вон как. То что-то вчера снял видео, что-то как-то не получилось. О, вот такая красивая мечеть у нас. Машалла. Тут вот так у нас. Вот, а там... Помещение, там это женщины молятся, а тут мы мужики.
Вот такое видео про нашу мечеть ее коры джами. Я, если честно, не видал такую красивую еще мечеть. А еще покажу вам эту, дорогие друзья, старую кладку. Сейчас. Вон, гляньте, старинная кладка осталась. Вот интересно, как вон. Вон какое-то старинное, старинное. Ух, машала. Старинная кладка сохранилась. Ну все, наши вещи, мы мусафиры, поэтому мы поедем. Все, дорогие друзья, всего хорошего, пока.